Джек выигрывает 15-ю ставку подряд. Все просто. Он предварительно приобрел прогноз на betson.ru. betson.ru. Лучшие прогнозы на спорт. И две игры со Слованом определят дальнейшую судьбу Краснодара. Как и многие европейские, Фортуна Лига называется он. Там Краснодара приглашает. Находится сегодня в резерве. Два этих игрока, ну, если так можно выразиться, потеряли свое место. В стартовом составе Слован Братислава. 82-й номер Ян Му решил обыграться через партнера. Мамаев пропускает на Сигурдсона. И Павел. Раунда квалификации Лиги Европы. Газинский неплохо налево. Прострел. Стоится в следующем году во Франции. Мамаев. Игрался с Ари, Перейра. Заброс в штрафную площадь. Ари. Тирас Ян Муха получает повреждение. И турецкий арбитр просит врачей выйти на поле. Со своим уже защитники не позволили. Гранквист протыкает дальше. Вандерсон. Смолов. Перейра. Ари. Вперед. Перейра. Удар в дальний угол. И счет открыт. Перед перерывом Краснодар все-таки выходит вперед. Хорошо набросил Перейра. Штрафную площадь потеряли здесь игроки Слована. Капитана Краснодара Андреаса Гранквиста. Даны. Гонсалес. 18-летний аргентинец. Ну, видимо, считается в рамках Слована в составе этой команды большим талантом. Раз так доверяет ему душам Титоли. Опасно. 3-2 вышли сейчас они в эту атаку. И просто повезло, что не попадает в ворота Марко Милинкович. Перейра, Ари, ворота пустые и пенальти. Ну что, кто пойдет бить? Гранквист? Будет дубль оформлять? Нет, Гранквист пошел водичку пить. Разбег Мамаева, удар, четко реализовывает 11-метровый Павел Мамаев. 2-0, вот это уже дело, и вот это уже Сергей Галицкий. В общем, говорил много раз, что он не очень понимает, что такое фанатская культура, и не понимает, зачем люди там раздеваются. Ну, у Краснодара уже и группа, так скажем, обычных болельщиков достаточно продвинутая. Ну, и вот появился 66-я минута игры. Опасно. Муха. Так и просится на язык сказать Марсио Перейра. Нет, Маурисио Перейра. Вот он делает передачу вперед. И хорошая атака Краснодара. Краснодара развивается. Ну, темп уже, конечно, тяжело держать. Набегались, наелись. Опасно. Не очень я понял, зачем Муха-то там побежал так, как на пожар. Ари под острым углом было ему, если бы Муха оставался в воротах, не просто было из этой ситуации выйти клубного рейтинга. Вот опасный момент Слована и ворота Роберт Виттек. Здесь не было положения вне игры, этот не Виттек. Это Стефаник, по-моему, подрезал мяч. Ари. Свободен Вандерсон. Неудачно упал Вандерсон после столкновения с вратарем.
телевизионных приемников. В эти же минуты Рубин играет в Австрии. Вот как хорошо разыграли краснодарцы. Какая... Ах, какая комбинация, смотрите. Как роскошно все было сделано, но